Друзья, нам позвонили. Кошку сбила машина, и у нее маленькие котята. Мы приехали. Вот в этой да, похоже, вон там дырка, да? Да. Господи. Никто из детей не осмелился взять кошку на руки. Кто-то боялся, что кошка укусит. Кто-то просто не понимал, чем можно помочь. А кто-то позвал женщину, что кормила эту кошку. Они видели. Она как раз находилась недалеко. Так Светлана увидела рыженькую. Помогла обустроить ей коробку. И позвонила нам. Когда мы приехали, кошка лежала в ящике, а котята сидели вокруг нее. Ну что, ребята, один ребенок сам вышел. Так, да, посадили уже. Еще троих ждем. Кошечка. Видно, красивая, с перышком на голове. Красавица маленькая. Сейчас мы золотой. Вот такое дитё маленькое, красивое, да? Такое солнышко, маленькое. Сейчас всех остальных поймаем. Все, удалось второго взять. Очень хорошо. Давай второго. Покажи его ребенка. Да мое ты золотое дитё. Сажай. Два, значит, с мамой еще два сидят. Я одного вижу. Два, там два еще. Да? Я одного увидела. Угу. Еще два. Так, сейчас потихонечку, ребят. Да. Потихонечку. Кошечке поставь, надо попить дать ей. Третьего. Отлично. Третий подошел. Очень хорошо. Тоже кошечка? Да. Покажи. Тоже кошечка. Тоже Манюсечка. Ну, давай, ложи. Третья. Значит, с мамой остался один ребенок. Так, очень хорошо. Так. Ну что, ребят, сидим в засаде. Ловим по одному малышу. Дырка очень маленькая. Ребята, не часто встретишь хозяина магазина, который ради спасения животных ломает собственный предбанник. Ну, дай бог. Спасибо вам огромное. Доброго здоровья и удачи в торговле. Спасибо. Разрешили сломать и сам сломал. Ребят, спасибо. Как называется ваш магазин? Мучной, да? Нет, просто продукты. Спасибо вам огромное. Спасибо. Кошку осторожно возьмите так, чтобы ей не повредить позвоночник. Как-то. Нет, просто продукты. Давайте, котенка, ага, а кошку аккуратно в переноску. Прям... Лежа как-то кошку. Прям лежа. Давайте ее вместе с этим тащите аккуратно. Прям переложите аккуратно, да. Да давай, хватит котенка. Вам все, все. Иди, давай, котенка, давай. Иди сюда, ребенок. Так, давайте кошку, осторожно. А вот сказали, что у этой было шестеро котят, у этой двое. Четверо, четверо. Все, я вся обсыпана в стружке. Восемь, да, получилось? Ну, слава богу. Аккуратненько, да. Все, мой хороший, все. Ну, прям с коробкой ее забрать бы. Вот коробку, вот вам форму еще. Давайте вот так форму отсыпьте, все равно выкинете. Не надо, да пусть это... Переноска есть для кошки. Все, кошку уже посадили, все. Вы идиот, ходи тут. Мы все в этом мире живем, потихоньку. Конечно. Да, я просто больше по собакам. Ну и как ее достали? Ты снял? Так, конечно.
4 котенка и мама, которая сбита у нас. Один в переноске. Прихрамывает, она привстает. Она привстает, постает, да, прихрамывает только. У этой 4 тоже, да? Вот здесь еще кошка Господи, сидит. Еще там одна. Еще кошка сидит. Там кошка, рыжая, да, с котятами. С одним котенком. Ну, пойдем. Так, давайте. Может, коробку ложите. Надо? Вот коробка. Ложите. Вложите в переноску. Переноска. Ложите кошку в переноску. Давай, котенок есть? Тихо, тихо, тихо. Давай, котенка. Лили, давай, котенка. Иди сюда, ребенок. Так, давайте кошку, осторожно. А вот сказали же, что у этой было 6 котят, а у этой 2. Четверо. У этой и у этой. Ну, значит, или перетаскали. А сейчас всех собрать котят? Да. Все 8, да, получилось? Все 8. А вот мамочку поломанную положим в коробку. Приехали, ребят, мы в клинику. Сейчас понесем девочку на снимки. Надеюсь, все будет в порядке. Очень хочу, чтобы было у мамы у этой все в порядке. Она ползала на заднем. Сейчас на одну лапу встает она. Но в любом случае нам надо сделать и лапы, и таз. Я понял. То есть нас интересует, когда сбросается таз и лапы? Да. Да. Тем более, да. Да, она на одной лапке стоит. Да. Нет, она на одной лапке стоит. Я знаю, да. Но она ставит вторую, но не это самое. Ну, поставь ее на переднюю, что ты ее держишь? Ты поставь, ей же тяжело стоять на заднюю. Чтобы она не ходила. Если она уши, на одну лапку подгибает. Иди сюда, девочка, не спеши. Не спеши. Не бойся. Да, лапочка висит в воздухе, она на нее почти не становится. Тихо, малышка. Подожди, я просто погладь кошку. Просто гладь ее, все. Она будет лежать. Ну, хорош. Наша задача уложить сейчас животное ровно на спину. И? Выдержите задние лапки вы. Я возьму так вот. Кто-то поможет? Лилик. Держи одну лапочку. Хочу помочь. Тихо, ей больно, ей больно, да. Тихо, девочка. И чуть-чуть распилим. Стоп. Поймайте лапки. Thank you.
полежи, мама. Девчонки. Вот, мы сейчас сюда разместим. Мама пока на рентген поедет. Девчонки. Сетка такая, не видно. Все, да? Ну, отлично. Все, девочки, располагаемся. Да, еда вам тут вон. Для котят, вода, платочек, все хорошо, все. Мама скоро приедет. Так, одну маму мы вон, сразу пошли кушать, да? Одну маму мы посадили. Чего ты, мама, там в лотке сразу села? Смотри, какая у тебя лежанка. Одна мама на месте. Мама рыжая, вернее, котята рыжие мамы тоже размещены в клетке. Все, мама на рентген едет. Маму позже привезем. Располагайтесь.